справедливость, которую вы несете. Мы ждем вас обратно. Учительными наказаниями, да? Где же ты? Здесь? Да, вот еще две комнаты есть, моя и братишка. Ну, шкафы пошмонали, все пошмонали. На что? На телефон. На какой? Объясните, что вы имеете право пригласить адвоката. А, адвокат? Нет, да. Ничего не дали, даже этих, как его, понятых даже не дали. А какие-то левые понятые пришли. Нет, вообще. Ну понятые были? Понятые были, но левые какие-то. Там производили обыск? Да, везде, во всех комнатах. А просто нет, ваша одежда, мама, на улице везде обыск, в каждой комнате. Ассаламу алейкум. Сегодня утром сотрудники ФСБ ворвались в наш дом с обыском. Получается, расскажу вкратце. В 6 часов я проснулся от очень сильного шума. В двери щемили сотрудники ФСБ, были ОМОН, много сотрудников полиции. Я увидел, что во дворе кто-то, получается, светит фонариком. И я проснулся от этого. Потом начал будить весь дом. Проснулся отец, открыл сотрудникам дверь, после чего начали шмонать. Мы зашли. Ну, были моменты, конечно, то, что сотрудники отвечали очень грубо. Что еще? Изъяли книги Сахих, там, Сады праведных, перевод Куран Кулива. Что еще? Телефоны изъяли. Адвоката так и не дошли, ну, как бы, не дали адвоката. Понятые были, но не наши. Просил, чтобы соседи пришли понятыми, но не разрешили. То есть они понятых с собой привели? Да, с собой привели. Какие-то два пацана молодых, лысые. Ну, видимо, это их какие-то ребята. Ну, где-то вот 6 началось, и сейчас сколько? 10, да? Приблизительно. Силу не применяли сотрудники кому-либо из семьи? Нет, силу не применяли. Попросили вежливо закрыть рот и вообще ничего не говорить. Когда мы сидели на кухне, они здесь что-то писали протокол свой, сказали, что вообще мы молчали и не говорили, ну, даже слова не дали сказать нам. Когда проводили обыск, они разрешали родственникам кому-то вот из семьи, ну, вместе с ними ходить? Нет. То есть... из семьи отец ходил с ними в наручниках. Наручники на него. Наручники одели его, и отец рядом ходил просто, и все. Они все вместе делали обыск или разделились на группы? На группы. И... То есть одновременно в разных комнатах делали? Нет, три человека с ним постоянно ходили, где-то приблизительно. Один здесь возле нас смотрел нас, и люди были еще на улице остальные. То есть сам обыск проводили именно одной группой они? Да. И отец вместе с ними был? Да. Не отходил от них, да? Да. Понятно. Скорая приезжала к вам, по-моему, да? Скорая, ну, бабушке стало плохо, потому что, получается, на нашей территории находится два дома. И как бы мы записаны, ну как бы это все одно. И получается, бабушкин дом тоже шмонали. Там был дядя, сестра и родители его, получается, отца. Маме стало плохо. Отца маме стало плохо, и приехала скорая. Сколько бабушке лет? 66. Угу. Ну, уже пожилая. А какая статья? По какой причине вообще был обыск? Мы начали что-то зачитывать, это при отце я зачитываю, потому что нас держали только на кухне, все мы были на кухне, отец здесь и сидел вот с ними потом, и то нас тоже не выпускали, не давали посмотреть, что находится, что они как бы выложили, дали на протокол, на который нужно было подписаться, какие вещи изъялись. То есть по какой, в чем обвиняют, не знаешь ты?
Ну, они что-то, какие-то статьи там говорили ему, но он только ничего не понял. Отец сказал, я говорю, ты понимаешь, за что тебе вообще там? Он говорит, определенно статьи типа не говорили. Также, когда у нас сегодня просили у всех телефоны, Анашка не давала телефон, и один сотрудник ФСБ начал отдергивать Анашку за руку, но она сказала, что не будет давать телефон. Я ему говорю, руки свои убери. Дальше сотрудник ФСБ, у него было на шлеме было написано «Клен». Он сказал, если еще раз руки свои поднимешь, будем разговаривать по-другому. Но бабашка его успокоила.